Тбилиси, это же кино. А что там, уже настраиваются? Кто интересно там настраивается? Of Kino back in 1984, 85, 86, of course, was during a different period before Glasnost. Все мои съемки кино были сделаны в 84, 85, 86 годах, еще до Гласности. Снимать рок-концерт тогда было очень трудно. Мы знали, что в зале обязательно сидели сотрудники КГБ, штатском. Но никто не знал, кто из них точно сотрудник, а кто просто интеллигентный человек в хорошем костюме при галстуке. Ведь среди поклонников кино были тогда не только люди молодые, но и вполне солидные. Но все равно, когда мы видели таких людей, то сразу же направляли камеру в пол. У нас были даже специальные меры предосторожности. Сразу же после каждой съемки мы меняли кассету и оставляли в камере пустую. А если кто-то после концерта настойчиво просил кассету отдать, то мы немного ломались и отдавали пустую кассету. Это было исключительное, насыщенное, полное приключений время. Я никогда и не думал серьезно о том, чтобы стать профессиональным музыкантом, потому что это связано для меня с компромиссами какими-то, и это пойдет в ущерб музыке, в ущерб песням, потому что песни, которые я пишу, и песни, которые мы играем, мы делаем так, только так, как мы хотим. Если бы мы зависели от кого-то, то, естественно, нам пришлось бы выполнять какие-то условия. Пора идти, я готов следовать за тобой. Потом будет поздно, пора идти. Ты чувствуешь волны? Никогда не хотел и никогда не пытался стать официальным музыкантом, потому что это связано с гораздо большими проблемами для меня, чем просто, например, где-то работать и играть с ребятами музыку такую, которую я хочу. Если вдруг официальный музыкант так или иначе попадает в зависимость от каких-то организаций, и они уже не могут делать то, что хотят, и им приходится уже работать просто за деньги. Я познакомилась с Цоем после одного концерта в рок-клубе. Я была в зрительном зале. Помню, как он вышел на сцену, как это было здорово. Он тогда много двигался, танцевал на сцене, и я помню свое ощущение. Класс!
После концерта меня задержали люди в штатском. Они отвели меня в специальную комнатку в рок-клубе и стали настойчиво спрашивать, кто я, кто мне дал билет, ну и так далее. А я спрашивала, кто они такие. В конце концов, я попросила обратиться их в американское посольство. А потом мои друзья меня предупредили, что за мной будет слежка. Я вышла из рок-клуба, и за мной действительно пошли два человека. Когда я останавливалась, они останавливались тоже, как в детективе. Я походила по городу, они отвязались, и я пошла на вечеринку в одной из ленинградских квартир. Музыканты стали спрашивать, что случилось. Для них это было обычным, но не для меня тогда. И вот в углу в комнате я увидела Цоя. Он слушал свой только что сыгранный концерт. Нас представили друг другу. Цой держался сдержанно, в отличие от многих друзей, которые рассчитывали на подарки заезжей американки. И только после других встреч мы стали с Виктором близкими друзьями. Because it was the American who brings all the presents, and everybody was always trying to be near me. Victor was a little bit more reserved, and it was only later, as time went by, that I met Victor more often, and that we slowly became friends. Начинает и записывает хороший альбом. И мне интересно слушать этот альбом. И интересно, что будет дальше с этой группой. Но обычно, как только предприимчивые люди на Западе чувствуют, что можно заработать деньги на этом группе, они скупают ее, и музыка уже перестает быть интересной. Поэтому больше меня интересуют группы, которые работают на независимых фирмах, я имею в виду, на фирмах, где они могут делать больше того, что они хотят. Because of Victor's image in the last couple years before his death, a lot of people thought that he was this lonely character, that he was kind of depressed and a very serious person. And the real Victor, as you can see in the film that I had made with Многие люди думают, особенно представляя Цоя последних лет жизни, что он был человек одинокий, серьезный. Но настоящий Виктор, и это можно видеть в фильме, который я сделал вместе с Александром Лепницким несколько лет назад, был абсолютно другим человеком, очень веселым. Из всей ленинградской рок-тусовки он был самый большой шутник. У нас была такая шутка. Кто кого первым подловит и скажет «фак ю» неожиданно для собеседника. Например, во время какого-нибудь чинного обеда или в гримерке. Еще одна дурацкая шутка всей группы. Трахать на улице дома все движущиеся и неподвижные предметы, вплоть до дверного замка. Цой обычно тренировался на мне, отрабатывал приемы карате. Я была тогда более полненькой, и ему это, видимо, доставляло большое удовольствие. Вообще, Виктор был настоящий хулиган. But he was very, very funny the whole time. He loved laughter, he loved making pranks, and he loved being a jokester. Когда во всех окнах погасли огни, один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай.
кино нам нечем платить и нам не зачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Чтоб закрыли дверь в квартире твоей, сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Стараемся, нам нравится заниматься еще и костюмами, заниматься какими-то стилевыми проблемами. И остальные группы, они пытаются выглядеть, может быть, сами того не хотят, смотрят там какие-то западные журналы, и пытаются, в принципе, выглядеть как их рок-герои западные, и одеться так же. Вот. Но мы, в принципе, тоже раньше мы прошли через это, и сейчас стараемся сделать какой-то собственный стиль одежды, собственный стиль поведения, собственный стиль движения, собственный стиль шоу. Of course, I had a lot of friends from the Leningrad rock scene there, but a lot of times you know who you truly are. Конечно, у меня было много друзей среди рок-музыкантов, но никогда не знаешь, кто твой действительно настоящий друг, а кто так себе. В 1987 году, когда я должна была выходить замуж за Юру, гитариста из кино, мою визу закрыли. Я стала врагом Советского Союза, нежелательным элементом. 6 месяцев я не могла приехать в Союз. У меня была ужасная депрессия. Это было самое плохое время в моей жизни. И вот единственный человек, кто прислал мне в Америку письма, был Виктор. Это были письма со смешными рисунками и с подписями типа «Не унывай, мы любим тебя». И я знала, что в Союзе есть люди, которые меня помнят и ждут. Realized that Victor was one of my closest and truest friends that I had in Leningrad. Я слышал, что многие просто работают, просто играют за деньги, и их можно, если им дать больше денег, они пойдут играть в другую. У нас я не представляю этого. Потому что я думаю, что никто из нас не пошел бы в другую группу, если бы там были бы лучшие условия.
бред даже того поколения, которому принадлежу я и Юра, мы родились при разных условиях. И, естественно, у нас по-разному сформированная психика и мировоззрение. И именно вот эти отличия, они могут быть, я думаю, они интересны для западной публики, и равно как и нам интересно то, что происходит на Западе. Второй раз Виктор был в Америке на премьере фильма «Игла» в рамках самого престижного американского кинофестиваля. После того, как показали фильм, Цой вместе с Юрой Каспаровым сыграли несколько песен в акустическом варианте. Зал был переполнен, сидела американская культурная элита, актеры, режиссеры, продюсеры. Цой пел по-русски, его никто не понимал, но драйв, энергия его была такова, что зал буквально взрывался после оцепенения. В конце все встали и хлопали, как сумасшедшие. Очень жалко, что это было всего лишь один раз, единственное выступление Цоя в Америке. Up and gave him a standing ovation and were applauding. They were so amazed by his energy and his feeling with the song. And unfortunately, that was the only time he got to play in America was at that film festival, because after that he died, and it was very unfortunate. But that was his one experience with that. Я хотел бы очень, чтобы люди на Западе поняли, что это не что-то такое проходящее. Это часть русской культуры, которую уже никуда не выбросишь. И именно главное различие заключается в том, что все, что нами движет, это энтузиазм и тяга, просто какая-то. Просто внутренняя тяга к творчеству, и чего, может быть, нет у многих, из многих даже, может быть, звезд на Западе, которые просто выполняют контракты, которые, ну, не так уж, я не знаю. Привычки Цоя. Ну, например, Виктор очень любил рис. Любил его готовить и делал это здорово. Я была тогда вегетарианкой, и Цой всегда делал мне рис вместе с соевым соусом. Он доставал его в березках. Мы даже называли соевый соус «Цой соус». Which he would put on his rice. Also, he liked the last couple years before he died. He loved computer games on the TV. He was constantly sitting home and playing these computer games all the time. I couldn't even get him out of the house. But in general, with his private life, he was. Very
В последние годы его захватили компьютерные игры. Он мог часами сидеть перед телевизором и нажимать на кнопки. Любил уезжать отдыхать, ловить рыбу, купаться, думать о своей будущей музыке. Его жизнь была жизнью нормального человека. Например, он очень не любил оставаться один в незнакомом городе. В Америке он будил меня каждое утро, а я люблю поспать, барабанил в дверь и звал «пошли по магазинам». Он очень любил ходить по магазинам, рестораны. Интересно было с ним в Японии. Внезапно он оказался таким же, как все, и это его очень радовало. Он чувствовал себя как дома, и вообще вежливые, предупредительные японцы ему очень нравились. Я думаю, что, конечно, это молодые ребята. И, может быть, студенты. Иногда даже школьники. Но я знаю очень много людей, достаточно взрослых, в возрасте 30 лет, с 30 до 40, которым тоже нравится наша музыка, и которые... To see that there's people that try to keep Victor's memory and his music and his words alive. I love that the Arbat is here with the wall and with all the young people that keep his memory alive by writing things to him and poems to him. And I try to also, as a friend of Victor's. Это здорово, что в Москве есть Тина Цоя, что многие люди помнят его и любят его песни. И я, как друг Виктора, пытаюсь собрать все, что осталось после него. Мы сейчас выпускаем видеокассету с архивными материалами от Цоя. Другой проект, над которым я работаю 3 года, это фотоальбом, в который войдут 200 цветных фотографий, сделанных во время его путешествий в Америку, Японию, в его ленинградской квартире. В каждую свою новую пластинку я буду обязательно включать песни Цоя на русском языке. Цой был замечательным человеком, моим хорошим другом. И для меня он не только был. Цой навсегда.